Всем привет! Приготовим сегодня полезный салат из белой фасоли. И не только из фасоли. Добавим капусту, огурец, листья свеклы, зелень, лимон, чеснок, оливковое масло и бальзамический соус. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, и будьте первыми, кто их посмотрит. Итак, сделаем быстрый салат на скорую руку за 5 минут. Добавляем консервированную фасоль. Нарезаем огурец сначала на слайсы, затем соломкой. Добавляем к фасоли. Шинкуем капусту. Нарезаем зелень. Все соединяем, нарезаем чеснок, добавляем салат, заправляем лимоном, солим, добавляем оливкового масла и немного бальзамического соуса. Все помешайте, салат готов. Вот что получилось! А получился вкусный, полезный салат с фасолью. Обязательно приготовьте этот салат. Таким салатом можно и угостить гостей, особенно если они неожиданные. Всем желаю приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И в следующий раз приготовим еще что-нибудь вкусненькое.